Гала-концерт фестиваля «Студенческая весна» прошел в эту среду в Казанском федеральном. Здесь определили самых талантливых студентов университета. Гран-при фестиваля разделили Институт филологии и искусств и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Позади республиканский этап фестиваля «Студенческой весны», где наш университет по праву был признан лучшим, выиграв гран-при среди всех вузов нашей республики. Ну а в этот вечер преподаватели и студенты нашего университета в дружественной атмосфере концертного зала «Уникс», так сказать, праздновали победу, получали заслуженные награды и призы. Этот фестиваль для университета стал доброй традицией. Каждый год, вот уже 18 лет подряд, студенчество не перестает удивлять восторженную публику. В этом году более 12 тысяч студентов приняли участие в фееричном шоу. 90 коллективов не один месяц готовились представить все самое лучшее, на что способны. С вами будем только награждать, говорить добрые слова, напутствие победителям. А победителями являемся мы все. И вот, глядя на этот зал, я смотрю и удивляюсь, что с каждым разом удается делать что-то новое. Появляются новые проекты, новые программы, и везде у основ этих проектов стоят наши коллеги. Это и студенты, и наши преподаватели. В этом году как таковой канвы у концерта не было. Он представлял собой капустник, где самые талантливые студенты демонстрировали свое мастерство. Я таяла по взглядам, смеялась, и может лишним третий был коктейль. Пустые номера, в которых студенты в первую очередь выражают свои мысли, не просто повторяют там синхронные движения или говорят заученным текстом, а пытаются что-то донести до зрителя. Зритель это понимает, это принимает. В этот вечер ни один зритель не мог сидеть на месте. Ведущие работали с залом, развлекали, помогали стать частью концерта. Мы на гип-хоп-концерте все правы рукой качаем. И поехали. Раз, йо, снимаем. Отлично, супер, аплодисменты, молодец! За долгие недели подготовки к столь масштабному празднику коллективы многих институтов сплотились, а конкуренции никто даже и не думал. Очень понравилась атмосфера вообще за кулисами. Ребята друг другу всегда помогали, хоть и факультеты разные, вроде бы, казалось бы, конкуренция должна быть, но при этом чувствовалась поддержка. Самым главным в конкурсе является объявление победителей. В этом году гран-при по праву заслужили два института, а именно Институт филологии и искусств и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Для них этот вечер запомнится на долгие годы, оставит приятный вкус победы в памяти. А творчество на сцене, творчество в профессии – это примерно одно и то же. У нас есть база, которую мы получаем в университете, которая нам помогает по жизни быть успешными. Будьте успешными, дорогие друзья! С праздником! Ну а те, кто не смог посетить гала-концерт, могли увидеть его в режиме реального времени на сайте нашего телевидения универсмотри.ру. Весь вечер шла прямая трансляция. Алина Хангареева, Алексей Гнатюк, Универньюз.